Дорогие друзья, добрый день! Рада вас всех видеть здесь на втором событии архитектурного маршрута CGC, на этом прекрасном объекте с авторами, с владельцами, застройщиками, с нашими партнерами. Добро пожаловать! Давайте я передам два слова сказать Алексею, представителю компании «Донстрой», нашему прекрасному заказчику. Добрый день! После того, как были приняты решения по реновации территорий заводских, данный объект достался нашей компании. Вместе с Московской архитектурой была заложена концепция общая по реновации с огромными парковыми зонами, с привлечением международных игроков здесь. Наша компания в 2013-2014 году разработала общую концепцию, после которой мы пригласили архитекторов, в том числе компанию «Атриум», для того, чтобы это все реализовать. Мы решили это сделать поэтапно. У нас здесь порядка 6 очередей. Вот сейчас мы находимся в очереди 1Б. У нас за эти 3 года реализовано 2 очереди. Очередь 1Б – это территория 5 домов. Здесь находится внутри территории завода, получается. И очередь 1А – это территория находится на шоссе энтузиастов. Там еще 4 дома, они ближе к метро находятся. И мы начинаем идти вглубь, от нее вглубь уже территории завода. Вот. А уж как реализовано, вот расскажет Антон. Всем добрый день, рад всех вас здесь видеть. Немножко расскажу про историю этого проекта, да, поподробнее чуть-чуть. То есть был организован, я так понимаю, сотрудничество с Московской архитектурой, Донстроя выступил инициатором организации конкурса на разработку генплана этой территории. Эта территория около 58 гектар. Ну, так, если визуально смотреть, то это от метро «Авиамоторная» до метро «Площадь Ильича». Победителями конкурса стало 3 компании, и заказчик выбрал вариант сотрудничества с английской компанией LDA, которая стала автором мастер-плана всей территории на 60 гектар. То есть в обычном случае, если наша мастерская часто разрабатывает свои проекты, начиная с градостроительной ситуации, то здесь мы начинали только с архитектуры, потому что градостроительная ситуация нам была уже дана. Суть градостроительной концепции заключалась в том, что главной осью всей застройки является вот такая зеленая река. Это такой бульвар, который идет через всю территорию от одного метро до другого, длиной около 2 километров. Но это вот единая такая природная ось, на которую насаживаются все остальные, вокруг которой организуется уже жилая, собственно, в основном жилая застройка. Изначально концепция нам очень понравилась, потому что мы любим такие живые криволинейные пространства. И в дизайн-коде, который был разработан исходный на всю территорию, в общем, тоже были заложены прежде всего решения по современной архитектуре. И была заявка на реализацию таких природных, бионических, природных плавных форм. Соответственно, вот эта территория, которую мы сейчас видим, состоит из 5 домов разной этажности. В реализации уже, собственно, архитектурного замысла мы использовали максимальный диапазон высот. То есть мы приблизились, какими-то домами мы приблизились к 100 метрам. Это позволило нам в других частях упасть до 5-6 этажей. И нам кажется, это очень важно для того, чтобы создать как раз какое-то визуальное разнообразие в этой застройке. Из-за того, что бульвар
искривляется в этой части генплана. Значит, у нас появляется такая интересная композиция с раскрывающимися постоянно ракурсами. То есть, двигаясь по бульвару, мы все время перспектива в движении, она все время интригует, и все время открываются новые и новые, так сказать, какие-то ракурсы и объемные решения. Соответственно, на этой территории мы были генеральными проектировщиками, мы разрабатывали архитектурную концепцию, разрабатывали проекты зданий на стадии проекта, рабочая документация. Мы разрабатывали на этой территории ландшафтный дизайн и делали также интерьеры МОП. То есть это такой уникальный случай, когда удается, скажу так, контролировать все этапы создания объекта и, в общем-то, и увязать все решения в единую комплексную какую-то систему, потому что для нас очень важным является именно преемственность и создание органичной среды, а не просто решение какой-то локальной проектной задачи там, на каком-то этапе или на какой-то стадии. Центром нашего квартала является такой уникальный объект, который мы решили разместить. Я про него расскажу впоследствии чуть попозже. Это место пересечения нашего пешеходного бульвара и автомобильной дороги городской. Вот. Соответственно, изначально было заложено решение, что пересечение происходит в разных уровнях, поэтому на этой территории, по сути дела, был создан искусственный рельеф. Вот это понижение бульвара под дорогу и выныривание из него. И, соответственно, это же решение обыграны, вот эта концепция создания искусственного рельефа, она отражена как бы и в ландшафтном дизайне, и в дизайне, собственно, дворов. Пойдемте, сейчас пройдем в той части и поднимемся наверх в одну из квартир, и оттуда сверху посмотрим на всю территорию. Высотные дома, которые у нас 100-метровые, вы видите, они решены в виде таких вертикальных членений. И для нас очень важным является тот момент, что архитектура, это не, безусловно, это не фасады, это, прежде всего, некое объемное планировочное решение. И мы, развивая эту тему, как бы пытались добиться максимальной пластики этих архитектурных форм. В этой части территории проектируется школа и детский сад. Мы тоже сейчас занимаемся проектированием этих двух объектов. У нас достаточно большой интересный опыт по социальным объектам накоплен. Вот здесь будет школа и детский садик чуть левее, вот в этой части. Сейчас мы разрабатываем стадию проекта, уже сдаемся в экспертизу в конце года. Да, как я уже сказал, значит, два дома имеют вертикальные члени, три дома имеют построены на горизонтальных членях. То есть, с одной стороны, застройка смотрится целостно, с другой стороны, в ней есть как бы некое внутреннее разнообразие. Вы видите, да, что вертикальные объемы, в общем, они имеют еще достаточно такую выявленную именно пластику, которая отыграна уже планировочными решениями, объемными решениями. Значит, эти дома имеют определенные силуэтные решения, которые хорошо воспринимаются с более дальних ракурсов, со стороны третьего транспортного кольца, со стороны шоссе энтузиастов. Силуэтные имеют такое понижение, как бы некий такой силуэт. В этих коронах располагаются пентхаусы и квартиры с террасами. Вот на верхних этажах вы видите перепады высот. Небольшая разница в материалах, то есть разница цвета кирпича в вертикальных домах и в горизонтальных домах. Вот. Плюс более интересным образом и более активно отыграны уровень первых этажей. Вы видите пластику первых этажей, то есть линия серого вот этого фриза, линии где-то этажи выступают консолями. Вот. Это все сделано для того, чтобы вот на уровне человека как бы, пластическое решение было более артикулировано и развито. Дворы, как правило, имеют более высокий уровень, чем, собственно, сам рельеф, и таким образом, имея маленький заборчик, практически символический, да, территории дворов являются приватными, они чуть-чуть выше находятся уровня рельефа общественных пространств, и тем самым разделение общественной и частной территории, и частных пространств, оно достаточно выявлено, в том числе архитектурными средствами. Значит, все дворы ориентированы на бульвар, и таким образом зона зеленого природного пространства, она плавно вытекает из общественного, плавно затекает во внутренние дворы и составляет как бы некую единую конструкцию. Надо сказать, что по генеральному плану этот дом был развернут в другую сторону, но мы там, поработая с инсоляцией более детально, нам удалось этот дом все-таки развернуть таким образом, чтобы двор тоже оказался ориентирован в сторону как бы основного пространства. Вот, таким образом у нас образуются такие вот естественные откосы, а сама река, она уходит вниз. Мы разработали концепцию ландшафтного дизайна не только на наш район, но и на всю первую очередь. Она захватывает еще три дома и вот эти два социальных объекта, школа и детский садик, которые я сказал.
Вот, соответственно, был разработан некий единый дизайн-код для Зеленой реки и дизайн-код для ландшафта решения улиц. Сама Зеленая река, она функционально насыщена разнообразными объектами, детские площадки, которые ориентированы на разные возрастные категории, спортивные площадки, беседки, просто природные зоны. А под мостом нам удалось организовать общественное пространство за счет того, что в перепаде высот, то есть за счет того, что река, уровень рельефа понижается, значит, по сути дела, в тот уровень выходит уже уровень паркингов. Но нам удалось разместить там также общественные функции, таким образом организовать полноценное общественное пространство. Я про это еще расскажу. Ну, пойдемте тогда в подъезд. Все интерьеры всех вестибюлей решены в одной стилистике, но при этом каждый подъезд, каждый корпус имеет свою цветовую кодировку, которая присутствует в фирменном стиле этого проекта. Во внутренних интерьерах, с одной стороны, мы стремились сделать их более жилыми, да, с другой стороны, опять же, сделать их частью продолжения общей концепции, да, то есть мы сделали здесь зеленую стену, применили здесь некие вот такие вот стеклянные криволинейная стена, которая является визуальным, как бы играет с плавными линиями наших архитектурных решений. Мы много опирались на фирменный стиль, который был разработан Донстроем для этого проекта. Значит, это проект «Символ». Наш квартал называется «Свобода». «Свобода». Мы изначально, когда задумали идею, мы сделали нейминг, придумали название, под каждое название придумали легенду, потом встречались в атриуме, там 2 недели им рассказывали, что мы имели в виду, чтобы он понял, что мы хотим получить. Наконец-то, чтобы мы поняли, да. Вот, ну, надеюсь, что мы поняли то, что вы хотели получить. Ну, получилось, да. Вот. В общем, получаются вот такие вот интерьеры. В общем-то, ничего такого особенного. В то же время это является частью общей какой-то концепции. И нам кажется, это тоже важно. Пойдемте, поднимемся, посмотрим сверху. Собственно, что с квартирами? Высота этажа 3,5 метра от пола до пола. Вот, соответственно, достаточно большие окна. Это было тоже важным качеством. То есть квартиры все очень светлые. Высота окна 2-100. Значит, профиль Reyners, стеклопакеты двухкамерные, стекло HGC, 2 обычных стекла, 1 стекло низкоэмиссионное, ну, специальное. И есть разработанные дизайны интерьеров, и покупатель может приобрести квартиру с отделкой. Да, причем это есть и вайтбоксы, есть полная отделка. Да, часть продается с вайтбоксами, часть вообще без отделки. В каждой квартире, значит, приточная вытяжная вентиляция принудительная. Не во всех домах. Но не во всех домах, да. Значит, кондиционирование покупатель сделает сам. Значит, места установки кондиционеров предусмотрены на балконах наружных блоков. Есть несколько секций, где для этого используются общественные балконы. И в части домов есть, там, где балконов нет, есть корзины, в которые заказчик может сам, покупатель уже поставить свой блок кондиционера наружный, если нет балкона. Значит, в перепаде высот уже в процессе проектирования были дополнены, как бы, ряд квартир получили еще дополнительные террасы. Вы можете видеть их, если посмотреть отсюда сверху. В перепаде высот есть террасы, то есть есть возможность выйти из квартиры на террасу. Кто захотел себе такую террасу приобрести, Донстрой, как бы, такую возможность обеспечил. Немножко там подразгребли инженерные системы и выделили площадь для террас. Отсюда мы можем просто посмотреть виды на Москву, по сути дела. Вот очень хорошо видно сити, центр города, там с башен, которые с той стороны стоят, еще лучше видно, с более высоких этажей. Ну и можно посмотреть сверху вниз на рисунок, собственно, Зеленой реки и ландшафта, так сверху сбросить взгляд. Вот. 2 слова скажу про фасады, просто про материалы. Значит, это бетонная плитка под кирпич, 2 цвета, как я уже сказал, на разных домах. Бетонная плитка под кирпич White Hills. Значит, металлические стальные кассеты, потому что алюминиевые не проходили у нас по пожару. То есть металлические стальные кассеты. Ну и, собственно, все. И остекление Reyners, я сказал. Пойдемте дальше. Ну, собственно, вот это вот улицы. То есть был разработан дизайн-код для ландшафта, для Зеленой реки. И была разработана другая концепция для улиц. Условно говоря, река, такие плавные линии, напоминающие реку, водоросли в реке там, или что-то в этом роде, когда такое интенсивное, стремительное течение, а улицы, как бы, они такие капельки и круги на воде. Такая водная
природная тема, ну, достаточно простая, но в то же время она хорошо читается. Значит, единая система велосипедных дорожек и маршрутов здесь разработана. Вот мы видим часть велосипедного маршрута, который сливается потом с рекой и уходит уже туда, в сторону метро. То есть человек может выйти в этот парк и 2 километра здесь кольцевыми и разными маршрутами гулять, ездить на велосипеде, и по ходу возникают различные функции интересные. Пойдемте. Ну вот, по благоустройству улиц видно, мы хотели тоже максимально уйти от прямолинейных стандартных тротуаров, поэтому у нас тротуары все такие слегка кривоватые, но ходить можно, тем не менее, мы считаем. Вот, паркинги частично где-то выходят из-под контура домов, где-то нет, но мы это все так завуалировано ландшафтом, что этого, в общем-то, не видно. Значит, это, собственно, городская дорога, въезды в жилые, ну, в подземные паркинги осуществляются вот с этих поперечных дорог в каждом случае, прям непосредственно в здание. Вот мы видим здесь, вот в этом корпусе, как раз решение с навесными корзинами, куда можно поставить там 2 блока кондиционера в каждую из корзин. Пойдемте дальше. Ну, вот, собственно, центральный объект этого комплекса – это мост. Собственно, по концепции было здесь стандартное пересечение автомобильной дороги и подземный такой проход под ней, соответственно, зеленой реки. Но мы решили, что это было бы недостаточно, потому что это центр нашего района своеобразный. Вот, и мы захотели сделать его знаковым объектом, который даст дополнительную, ну, как бы будет таким дополнительным элементом идентичности нашего комплекса. Соответственно, мы решили, предложили заказчику разработать индивидуальный дизайн моста. Заказчик с радостью для нас согласился. Значит, суть проектного предложения, что разделяется автомобильное полотно и пешеходное полотно. Автомобильное полотно остается прямым. А пешеходное полотно становится криволинейным. И здесь вот будет впоследствии, вот видите, уже монтируется такая скамейка, длинная линейная скамья с подсветкой, где людям, это может быть местом встреч, здесь люди могут встречаться, могут сидеть на этой скамье, смотреть вниз на парк. Вот, при этом катки, опоры моста мы превратили в катки и посадили в них зелень. То есть если в стандартной ситуации мост – это дырка в озеленении улицы, да, мы видим, да, что вдоль улицы растут деревья. Значит, соответственно, в стандартной ситуации на мосту это озеленение прерывается и потом идет дальше. Мы решили, что это не совсем правильно для нашего проекта и решили, что зелень будет расти прямо непосредственно здесь. Вот. Отсюда очень хорошие открываются ракурсы на сам, собственно, парк. Вот. И мы видим как раз, как здесь организовано общественное пространство внизу, в нижнем уровне. Мы сейчас туда спустимся и посмотрим все это более детально. Ну вот вы видите эту часть зеленой реки. Я уже сказал, что она функционально насыщена различными элементами. В частности, вот это мы видим игровой элемент, который для нас запроектировало и реализовало бюро «Чехарда». Вот, они были нашими консультантами по проектированию, ну, какие-то элементы реализовывали сами, а где-то они были консультантами по насыщению детских площадок и по, ну, как неким, например, технологическим таким аспектам. Вы видите здесь игровые элементы для маленьких детей, какие-то небольшие холмики, природные такие элементы. В общем, все это здесь вот реализовано. Пойдемте дальше. Ну, вот вы видите этот мост уже с нижнего ракурса. Я не сказал, что в работе над этим объектом у нас был соавтор. Это архитектурная мастерская Владимира Гаранина, вот, которые принимали участие в разработке концепции этого объекта. Мы превратили эту точку на нашего района. Была задача превратить ее в такое место для центра, такое новое общественное пространство под мостом. На самом деле, нам кажется это очень удобным, потому что под мостом всегда любят тусоваться и кучковаться какие-то неформальные сообщества, там еще что-то. Но чтобы сделать это пространство живым, мы сделали еще один дополнительный уровень коммерческих помещений. И нам удалось вот в 3 домах общественную функцию вытащить в уровень этого моста. Тем самым нам кажется, что это будет место активно эксплуатироваться, функционировать. Значит, плюс мы придумали здесь какую-то импровизированную сцену, небольшой импровизированный амфитеатр. У нас здесь подвешен, есть место для экрана и для летнего кинотеатра, возможность, так сказать, подвесить проектор. Значит, в этих зонах под навесами и под пандусами можно поставить столики. Это пространство, это кафе.
Соответственно, есть зоны там для игр на открытом воздухе, качели. Вот, соответственно, нам кажется, что это будет достаточно интересное такое общественное пространство, которое будет центром района, определять его идентичность и место для тусовки как бы всех жителей. Вот. Ну, собственно, я так в двух словах все рассказал. Если какие-то вопросы, могу просто на них уже отвечать в рабочем порядке. Я уже могу всех пригласить к долгожданному фуршету? Что скажут организаторы? Да, конечно. Да? Вот. Все? Спасибо. Вам спасибо. А это, знаете, откуда-нибудь куда?